ибо я приехал сейчас забрать в офис кассу за, грубо говоря, полтора дня и был приятно удивлен. Это пиздец, пацаны. Вот я сегодня пришел, сегодня, например, осталось дохуя денег, я их себе просто заберу, блядь, и все. Машина Porsche Boxster S. Как вам, пацаны? Мне кажется, это просто вышаг. Всем привет! Меня зовут Арнольд Пиздобольский, и вы часто заваливаете мне личку вопросами, как же подняться. Пожалуй, отвечу один раз и сразу всем. Необходимо просто купить у Славы Богачёва франшизу палёных айфонов из Китая. И успех вам обеспечен. Эй, инфо-цыган, ты чё мне продал? Стой! А мне пора. Вячеслав Богачёв, 18-летний король франшиз, миллионер, основатель компании Apple Prime и магазина кроссовок King Cross. Его инстаграм насчитывает 115 тысяч подписчиков, а также некий баг, который выдает ошибку при загрузке фото без автомобиля или любой другой ценности. В общем, как вы понимаете, человек достаточно серьезный. Да что уж там говорить, даже ладошку Ая затрогал. А Яс, как вы понимаете, свою ладошку абы кому потрогать не даст. Как тебя, Яс, виделся ли с ним? Видел его вживую, даже трогал его ладошку, когда он пробегал там. Также у Славика есть группа ВК, насчитывающая уже 60 тысяч подписчиков. В ней он публикует мотивационные посты, тачки, успешный успех, был никем, стал всем, когда если не сейчас и прочие неоспоримые доказательства успеха. Но самое ценное в его группе это, конечно же, его франшиза. Но перед тем, как продолжить, хочу порекомендовать вам форум slivysklad.com. На данном форуме вы сможете найти курсы по дизайну, бизнесу, программированию и еще множеству других направлений. У ребят уже более 50 тысяч интересных и актуальных курсов из складчин. Материалы, представленные на форуме, по отдельности стоят от 2 до 200 тысяч рублей. На SlivySklad эти курсы доступны для премиум подписчиков. Также для премиум подписчиков предоставляется доступ в приватный телеграм-канал, где можно спокойно найти то, чего нет ни на одном форуме. Сейчас действует акция, и до 1 мая премиум подписка будет стоить всего 450 рублей, после почти в два раза дороже 800. Чтобы получить доступ к огромной базе знаний, регистрируйтесь по ссылке в описании. Вячеслав предлагает нам франшизу магазина кроссовок, айфонов, версии VIP каждой стоимостью в 30 тысяч рублей. Различие лишь в том, что во франшизе VIP предусмотрено личное менторство. Деньги. Они платят в первую очередь за мою личную поддержку и за возможность лично спрашивать, задавать мне любые вопросы по айфонам и по кроссовкам. Впрочем, цены на франшизы у юного ментора не железные. И ввиду уникальности сего продукта, он не против так чуть-чуть подвинуться. Раза так в три. Здорово. Вопрос по поставщикам айфонов. Они присылают вместе с партией копии сертификатов на телефоны. Привет. Товарные накладные. Сертификаты на айфоны не нужны. Ты хочешь заняться? Реализация телефонов без сертификатов является нарушением законодательства РФ. Пиздят. У тебя сколько еще на руках есть? Свободных около 7. Пока не буду тратить ничего в любом случае. По своим причинам. Если прям сейчас готов оплатить франшизу, то сделаю скидку за 7к вместо 24к. Готов? Не. Я только поставщиков буду брать. За 2к поставщиков прям ща. Готов? Отъебись от меня с этими 2000. Не хочу франшизу покупать, Слав. Ну заебал, правда, блядь. Тем временем в инстаграм. Ребята, всем привет. У меня бомбические просто новости. Я взял Порша. Франшиза представляет собой магазины паленых кроссовок, а также восстановленных китайских айфонов. И там бабки будешь рубить, что Абрамович обзавидуется. Это касса за непосредственно полдня с офиса айфонов. Кроссовки отличного качества, это не базарная какая-то реплика, это реплика высшего качества. Вот такая пума, например, 500 рублей. Реализовывать свой уникальный товар Славик предлагает через ВК, Авито, Юла и Инстаграм. Вот уж инсайды, которых мы достойны. Только вот у всех этих сервисов существует такое понятие, как внутренняя модерация. И я очень сильно сомневаюсь, что модераторы ВК пропустят рекламу паленых кросс или восстановленных айфонов. В Инстаграм, например, банят, даже если не трогать таргет. Банально жалуешься на аккаунт, даешь ссылку на Nike и тебя блокируют. Следующая уникальная информация, которую поделился с нами Вячеслав, это оформление группы ВКонтакте. Тут он вообще не стал заморачиваться и просто прикрепил методичку из бизнес-молодости.
И, конечно, моя самая любимая часть. Далее, чтобы хорошо продвинуть группу и нагнать реальных участников, которые будут покупать ваш товар, создайте конкурс на основе розыгрыша кроссовок. Конкурс, конечно же, липовый, как и 90% конкурсов ВКонтакте. В итоге вы получаете франшизу восстановленных айфонов без сертификатов, которые по закону вы вообще не имеете права продавать, методичку по оформлению группы ВКонтакте и самое, вот самое крутое, это инструкция, как наебать подписоту. Лох. Вы с мне? Да, бро, тебе заработать на кроссовках или айфонах хочешь? Хочу. Покупай мне франшизу 30 тысяч. Это с менторством. Ну, у меня нет столько. Сколько есть? Сколько? Пойдет. Вот у тебя франшиза, звони, если что. А телефон? Там файлики посмотри. Опять наебали, что ли? У Славика есть кореш, Григорий Андреянов, не менее деятельный товарищ. Они вместе путешествуют, фотографируются возле одних и тех же машин. И, конечно же, Гришка, так же как и Славик, ведет свой блог ВКонтакте на 52 тысячи подписчиков, где продают франшизу магазина техники Apple. Люди достаточно популярные. Даже фан-группы с забавными мемами есть. Откуда мы узнаем, что Гриша, оказывается, большой фанат нашего гостя из предыдущего видео Никиты Черноусова. Уж больно посты похожие получаются. Привет, друг. Меня зовут Никита Черноусов, я занимаюсь ремонтом и продажей техники Apple. Свои 15 лет, у меня 2 своих сервисных центра, более 5 успешных франчайзи по всей России. Но прикол в другом. Если Славик помимо телефонов занимается еще и китайскими кроссами, то Гриша пошел еще дальше и создал франшизу перекупщика автомобилей. Я серьезно. Франшиза бизнеса по перепродаже автомобилей CarFlow. Это еще что такое? Я серьезно. Да не бывает франшизы перекупа. Перекупами рождаются. И типа, окей, какие плюшки могут быть от твоей франшизы? Я что, смогу перепокупать авто от твоего имени? Я от Григория Андреянова. Ну, по франшизе перекупаю тачки. CarFlow. Ну, смотри. Ну, а может быть, скидочку какую-нибудь? Так-то я не человек с улицы, а бизнесмен и работаю по франшизе перекупщика. Так ты либо смотришь, либо уебываешь нахуй отсюда. Гриша не говорил, что такое возможно. Слушай, ты что мне мозги компостируешь? Какой нахуй перекупщик по франшизе? Я думал, что все знают бренд перекупщика Гриши Андреянова. Нет. Франшиза в первую очередь это известный бренд и качество товара. И покупают ее исключительно из-за этого. Плюс контроль и заинтересованность в прибыли, потому что головная компания зарабатывает на твоих ежемесячных выплатах, которые возможны только в случае успешной реализации бизнес-модели. Получил франшизу, открыл ее, прочитал, понял, что абсолютно ничего интересного там нету. Все, что он там дал, это устроить фейковый конкурс, наеби людей, ну и, конечно, поставщиков. Написал Богачеву, спросил, как мне действовать, вообще, что мне сейчас делать, кого заказывать лучше из всех поставщиков. Это сообщение он не открывал, наверное. Он до сих пор его даже не открыл. Потом ВКонтакте он меня забанил, в Инстаграме он мне не отвечает, присылает там айфоны, просто хлам полный, Китай, комплектующие нерабочие. Когда спрашиваешь у поставщика, почему нерабочие комплектующие, они говорят, типа, а хули ты ожидал за такие деньги? Привет! Я франчайзер паленых айфонов и китайских кросс. Привет! А я тоже франчайзер паленых айфонов, только еще перекупки автомобилей. Но по сути мы два бесполезных куска говна из ВКонтакте. Согласен. Сейчас в какой блок о бизнесе не заглянешь, так там какой-то очередной малолетний успехмен пытается вам продать свою франшизу несметных богатств. Но вы должны понимать, что никакая франшиза из вас бизнесмена не сделает. Бизнесмена из вас сделает только лишь голова. Живите с умом, пацаны. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока. Стой, у меня появился телеграм-канал, где будут публиковаться все самые интересные, свежие, актуальные новости касательно инфо-цыганства и не только. Обязательно туда заглядывай и подписывайся. Также подписывайся на мой инстаграм. Вот теперь все.